Добро пожаловать на канал Hardware Info. Перед нами находится устройство Enduro Garmin Enduro 2. И сейчас я покажу вам, как на данном устройстве поменять время вручную. Итак, для этого мы зажимаем кнопочку Up или меню. Далее проходим в самый-самый низ. Ладно. Нажмем назад. И таким образом мы проходим в самый низ, выбираем систему и выбираем время. И здесь мы можем нажать «Установить время». Можем выбрать либо автоматически, либо вручную. И уже установить само время, выбрав часы и минуты, соответственно. Вот, и на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.